ударился о них головой. В результате чего, я цитирую, сотрудник милиции госпитализировал. По факту произошедшего у нас уголовное производство по статье 3.4.5, статья такая. Милиция должна обижать 3.4.5, часть 2 Уголовного кодекса Украины, угроза или насилие в отношении сотрудников прокуратуры органов. До 5 лет. Бедная тетенька поторговала пирожками с вашей стороны. А что получается, 50 лет, другая страна. В этой стране она посидит сейчас или переживет,